Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связана с пультом управления смартфона, а именно для Android, либо для iOS, для Google, либо яблочников приверженцев. Пульт позволяет управлять камерой, и данный пульт я купил для того, чтобы дистанционно управлять съемкой. Но вложит мне сомнение о том, что данный пультик, скорее всего, ближе подходит к тем, кто ближе к расположен к яблочникам, а именно к iOS. С Android сейчас посмотрим, как происходит ситуация. Так, все это пришло достаточно быстро, в сером пакете, при помощи пятерочки. Ну, заняло где-то 3 недели, не больше месяца. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Не забываем, что у нас объявлен розыгрыш при условии достижения на моем канале 10 тысяч подписчиков. И это количество будет держаться около недели. Я разыгрываю объектив для смартфона аноморфной Уланзи, что вы сейчас видите перед глазами. Поэтому проявляем активность, подписываемся и ждем момента розыгрыша данного объектива аноморфного Уланзи каждому желающему, причем отправлю в любую точку мира. При условии, что с этой точкой мира осуществляется почтовая служба между Российской Федерацией и той почтой, куда я буду отправлять. Все пришло в таком виде. Давайте посмотрим, что находится внутри. Китайцы положили вот в таком варианте. QR-код есть, есть инструкция. Ну, как таковой коробочки нет. Есть различные пульты. Ну, я взял именно данный пульт. Так, внутри у нас, помимо пульта, находится инструкция. Инструкция, как всегда, у нас на китайском и английских языках. Но, да, кстати, он пульт бывает разного цвета. Черный, белый, розовый. Каждый выбирает себе по настроению. Ну, либо на вкус и цвет фломастеры разные. А здесь вот есть инструкция, что вся представляет пульт. Так, сообщается он при помощи Bluetooth от 4-й версии или 4.2 там точка версия до любой нынешней действующей. Кстати, шрифт достаточно мелкий, чтобы его прочитать, вам придется еще его сфотографировать. Ну, либо взять какие-то специализированные устройства, чтобы разглядеть его, что недостаток. Ну и вот сам пульт, то есть такого плана. Кнопка включения он здесь есть, кнопки управления, это спуск затвора. Ну, по типу это аэромыши, единственное, с ограниченными возможностями. Внутри он даже есть батарейка стандартная, здесь 2032 идет, такая же, как в системных блоках, ну и в других устройствах, которые мы тоже рассматривали непосредственно у меня на канале. Вот такой пультик. Идет включение, он, видите, мигает синим о том, что ищет Bluetooth. И благодаря Bluetooth управляется и осуществляется у нас съемка. Вот такой пультик. Так, ну и давайте проверим, как он взаимодействует непосредственно с Android. Работает он, функционирует или нет. Сейчас давайте тут подготовим некоторые детальки и переходим сразу же смотреть. We'll be right back.
Итак, я вам продемонстрирую пульт, благодаря которому можно управлять камерой в Android, либо в iOS, то есть либо для Google пользователей, либо для яблочников. Как видим, что этот пульт больше подходит, скорее всего, к яблочникам, к Android в меньшей степени, не так он хорошо взаимодействует, либо есть определенные модели, которым он функционирует. В данном случае у нас функционировало и на 6-м Android, и на 10-м не очень хорошо. Это было проверено на HTC смартфоне и на Asus, который постоянно я использую в съемках. Кстати, описание вы можете увидеть ниже. Итак, каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок распаковок. До следующего видео и до свидания.